Всем доброго дня. Сегодня 24 апреля. И вот такой краткий обзор нашего огорода. Расцвела слива. Очень шикарно расцвела. Летают пчелы вокруг цветочков. Если пчелы летают, значит жизнь продолжается. Цветет персик. Он сначала цветами радует нас, потом листья будет выбрасывать. Цветочки розовенькие. Очень хорошо чеснок растет. Вот начинает немножко желтеть, но сейчас я его обработаю нашатырным спиртом чуть-чуть. Три подкормки сделаю, и он позеленеет, и уже будет расти. Очень хорошо и дружно взошла морковка. Салат. Салат, укроп. Помидоры уже достигли стекла. Это ранние помидоры. Перец сладкий. Вот так. Очень красиво клубника уже поднимается. Черешня красавица. Сколько здесь пчел? Это вообще невероятно. Я не знаю, видно на видео или нет. И слышно ли. Надеюсь, что слышно, как жужжат. Жаль, запах не могу передать по видео. Пахнут цветы настолько. Ой, не могу, как пахнут. Вот тоже персик. Они же все были в траве и заросшие хвощом, поэтому я все это очистила. И они, конечно, сейчас немножко болеют. Но вот черешня радует нас. Вот новенькая черешня. Красотка. Пионы. А это мандарин у меня растет. Здесь растет калина. Вот она калина. Это я ее с деревни привезла. Это трава подмаренник. Я ее не рву. Она цепляется так. Подмаренник. Она чистит лимфу или лимфатическую систему. Поэтому я ее соберу, высушу. Здесь абрикоска, но почему-то она у меня, не знаю, я ее пересадила, она почему-то, может, замерзла. А может, еще пойдет с корня. Это яблоня. Семечко я садила ее. Это нарциссы. Красавцы. Здесь соседка отдала кусочек огорода. И я посадила картошку. Это сливки, но не цветут, они молодые. Это пионы, горох взошел, хрен посадила, малины очень много. До тюльпанчика расцветут скоро уже. Малинка. Здесь чуть-чуть мятка у меня, тоже пересадила. Тут пионы.
Ромка. Соседская злая. А это крапива. Уже на борщ буду срезать. А вот этот подмаренник, о котором я говорила. Вот он такой колючий. Он сам не может расти, стоять. Он все время цепляется за что-то. Вот он пока друг за друга зацепился. Потом начнет за малину цепляться. Вот. Я его потом соберу и засушу. Буду пить чай. Вот это моя красавица яблонька. Какие цветочки, смотрите. Как розочки. Какое чудо. Просто розочки. Вот такие розочки на дереве. Это будет столько яблочек, надеюсь. Ну и вот персик у меня еще такой один есть. Ну вот такой огород на сегодняшний день у нас. Яркое солнце. Радует нас. И у соседей тоже черешня большая, там тоже можно лакомиться. На всех хватит. Вот еще один персик маленький. Что-то я прошла мимо него. Вот она, какая ветка красивая. Всем хорошего дня и отличного настроения.